Да, поехали. Потому что я была в Узбекистане. Они не виделись долго, несколько лет. Достаточно болезни. И он заехал только сказать ей привет. Сказать, что несколько дней он думал только о ней, что места не находил и наконец отменил все дела и все важные встречи. И обнял теплой рукой ее дрожащие плечи, дрожащие плечи. За окном горели фонари, он все стучался в дом, отвори, отвори. А за окном фонари догорели, краски медленно стекали с листа. Ничего, как ей жилось без него, и правда ли, что она все это время одна, не ожидал, что так холодно встретит. Она его, но она ничего не ответит, ничего не ответит. За окном горели фонари, он все стучался в дом, отвори, отвори. А за окном фонари догорели, краски медленно стекали с лица. Вот это ты. А